Привет всем! Меня зовут Синхи, живу я в Пхеньяне. Думаю, не так уж много из вас побывали в нашей стране. Конечно, я не очень хорошо говорю на русском языке, но все-таки я решила вам показать и рассказать, каково тут у нас. Как раз сегодня у нас 10 октября, особенный день для нас, большой и праздник. Это 75-летие на основании Трудовой партии Кореи. Вся страна празднует и все радуются. И сегодня все рестораны устроили праздничное обслуживание. Люди поздравляют друг друга. Они вспоминают годы, которые проводили вместе с нашей партией, и рассказывают о светлом будущем. Везде проходят много интересных праздничных мероприятий. В театрах выступают известные художественные коллективы, а также разные мероприятия на самом разгаре. А также идет свет-фестиваль. Свет-фестиваль радует зрителей. Сегодня мы с вами посмотрели некоторые места, где проходили праздничные мероприятия. В моих следующих видеороликах вы сможете увидеть реальный образ нашей страны. На сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. До следующей встречи. Пока.